Сегодня мы приехали в жилой комплекс «Зеленый квартал» – новый крупный проект от Settle Group в Московском районе. Первые очереди уже сданы. Давайте посмотрим, как они выглядят. Проверим, действительно ли здесь много зелени, благоустроены ли дворы, какая предусмотрена инфраструктура и так ли хороши квартиры с мансардами. В жилом комплексе возводятся дома высотой всего 4 этажа. Во дворах много солнца и воздуха. Высажены кусты спиреи и кизильника. Между первым и вторым корпусом зеленая аллея с елями, соснами, сиренью, барбарисом и кустарниками. Для малышей предусмотрены детские площадки в эко-стиле. Рядом тренажеры для взрослых, чтобы интересно проводить время на свежем воздухе всей семьей. Завершено строительство детского сада с бассейном и запланировано строительство еще одного садика возле новых очередей проекта. Также на территории жилого комплекса появятся две школы, первая уже в этом году. В 20 минутах езды есть популярные гипермаркеты «Лента», «Метро», «Окей», а также торговые центры «Лето» и «Аутлет Вилледж». В самом жилом комплексе уже открылись продуктовые магазины и аптеки. Сейчас мы находимся в шоуруме. Это европланировка с мансардой и террасой, на которую можно попасть из двух комнат. Все квартиры в зеленом квартале сдаются с полной отделкой. Поклеены флизелиновые обои под покраску, постелен ламинат, установлены розетки и радиаторы. Установлены межкомнатные двери, а также металлопластиковые окна. В ванной комнате вся сантехника, тумба под раковину, счетчики, влагостойкая розетка, регулятор теплых полов. Недавно в продаже вышла 8-я очередь жилого комплекса. Новые корпуса не изменяют философию проекта – малоэтажности, дизайну в стиле «Вилледж» и атмосфере уютного европейского городка. А цены на квартиры остаются одними из самых доступных в городе. Планировки и их стоимость вы можете посмотреть на нашем сайте в описании под видео. Также напомню, что мы на связи в WhatsApp и других мессенджерах. Пишите, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если видео вам понравилось.